Речка Опер с гребенами. Вот так вот здесь мы в детстве всегда отдыхали, купались в этой речке, ходили вон туда в горы. Вот, это место, где мы отдыхали, когда были маленькими. Я сейчас снимаю у входа, у подножия горы, где мы ходили с бабушкой собирать малину. Вот. Через эти рельсы мы переходили от нашей базы отдыха. Вот, вот эта тропинка. А вот тут вход в лес. Пожалуйста, пошли, Ниночка. Аккуратно, бы тут трошки мокро. Так. Вот такие вот тут надписи. Гребеневское лесництво. Пожалуйста. Ниночка, давай ручку. Вот. И вот вход в лес. Вот. Вот он, лес. Карпатов, Гребенове. Сколевский район, да? Что-то такое. Ну все, пока. Итак, вот мы взобрались. Куда мы забрались? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот, ребята. Вот это красота. Нет? Я думаю, что это Львовская область. Идем купить. Вот такая красотулька. Вот такие вот тут пейзажи. Завораживающий дух. Речка Опер, которая впадает в речку Стрый. Смотрите, какая красота. Течение. Передай привет, Купочка. Все, мы идем сейчас туда, вот на эту базу. Там нас ждут шашлычки. На этой базе мы отдыхали каждое лето, когда были маленькими. Вот так. Все. Идем наслаждаться дальше. Да, и шашлыком, и венцом, и коньячком, и всем-всем-всем. Вот такой вот гребенов, тут наше детство было. Тут мы жили когда-то. Колыбы. Такая красотулька в горах. Вот в этом домике мы жили. Я думаю, Люба помнит. Или в этом. В этом домике. Вот такая вот база в Гребенове. Вот тут администрация.